Леонід Матвієнко народився в 1950 році в селі Юнаківка на Сумщині. Заслужений артист Абхазії, 1984 рік. Заслужений артист України, 1999 рік. Після закінчення середньої школи вступив до Сумського культпросвітучилища на хормейстерський відділ. 1969-1978 – армійська служба, соліст ансамблю пісні й танцю 2-ї танкової армії в Німеччині. 1978-1988 – служба в ансамблю пісні й танцю Закавказького військового округу. 1988-1994 – ансамбль центральної групи військ у Чехословаччині і ансамбль західної групи військ у Німеччині. У 1994 році повернувся до Сум. З червня 2014 року працює солістом Сумської обласної філармонії. З 2018 року – артист хору Сумського обласного академічного театру драми і музичної комедії імені Щепкіна. Леонід Григорович, все життя ви прослужили у військових ансамблях. Зараз на службі в театрі. В чому різниця полягає от служби в ансамблі і служби в театрі? Собственно, понимаете, разницы практически никакой нету. И там творчество, и там творчество. Вот. В ансамбле что? Это военная организация. Ну, как и в театре дисциплина строгая, так и в ансамбле строгая дисциплина. Поэтому я разницы большой не вижу. Вот. Надо работать везде с дисциплиной. Я считаю, что, вот говорят, что театр начинается с вешалки, я бы сказал, с дисциплины. Вот каждого и артиста, и каждого зрителя. Вот, я думаю, это главное. Ну, все-таки дисципліна і творча особистість, вони якось, на мій погляд, не поєднуються. Нет, они как раз вместе должны объединиться. Почему? Потому что если человек дисциплинирован, вот он любит свою профессию, значит, будет все получаться хорошо. Но если человек расхлябанный, не будет творчества никакого. Надо собрать себя и отдавать работе себя полностью. Это репетиция или концерт, работать, как танцоры говорят, в полную ногу, а не полноги. Яким вітром от вас занесло до театру? Це була якась випадковість, чи це був свідомий такий вибір і давня мрія, можливо? Ну, ви знаєте, що я скажу вам, це починаючи з 94-го року, меня приглашало сразу, когда я приехал в город Сумы, в свой родной город, вышел на пенсию. Меня приглашала сюда на работу Нина Александровна Федюкина. Она была хормейстером театра. Приглашала меня на работу солистом, освобожденным от всех и только петь. Я отказался. Ну, я себя просто там, ну, не видел я себя. Потому что после военного ансамбля и такой прекрасный коллектив, теперь уже академический театр, имени Щепкина, вот, я отказался. Вот, ну, вот такие дела. Ну, а вообще-то у меня была мечта всегда работать в театре. Почему? Потому что здесь другая атмосфера, живой оркестр, а это главное. И весь свой творческий путь мне посчастливилось работать с живым оркестром. То есть никаких фонограмм, никаких минусовок, а живой оркестр. И это повышает мастерство, я считаю, каждого артиста. Поэтому, а куда, как меня занесло сюда в театр, я скажу вам. Меня пригласил сюда директор театра, заслуженный деятель искусств Украины Николай Михайлович Юдин. Вот, я очень благодарен ему, что для меня выпала такая честь работать в этом прославленном коллективе, вот, с прекрасными артистами, великолепными и актерами, великолепными певцами, великолепными. Вот, считаю, для меня это большое счастье. Но хочу сказать другое, что, видно, это моя последняя гавань в моей жизни, вот этот театр прекрасный, академический. Я хочу, чтобы наш театр академический стал театром национальным. Это было великолепно. Скажіть, служба в театрі відкрила для вас якісь нові горизонти і в професійному плані, і в житті? Ну, конечно, конечно. Здесь больше перспектив. Повышай свое мастерство, потому что, когда выходишь на сцену, и за твоей спиной еще около 30 артистов, прекрасных музыкантов, которые тебя сопровождают, это же обязывает к мастерству, и надо выполнить все, то, что поставил руководитель оркестра, заслуженный работник культуры Тамир Мета Александрович, или дирижер оркестра Людмила Владимировна Стычук, с которой мы сейчас готовим мою сольную программу.
вот концерты, которые должны состояться, я так думаю, дай бог, 18 января этого года. Поэтому я всех приглашаю на этот прекрасный концерт. Будет интересно. Это в основном будут песни ретро. Вот песни, я скажу, не только украинской мовою. Ну, будет песни, несколько песен будет русской речью. Я в этом не вижу ничего такого зазорного и политического. Великолепные произведения появились на всех языках мира. И поэтому, неважно, я так думаю, когда артист поет какой-то речью, без всяких призывов и без всяких ну, отступлений от патриотизма. Для меня Украина – это все. Украина для меня – это все. Вот, я люблю свою землю, свою родную Украину. Я люблю свое родное село Юнаковку, откуда я родом. Вот. Ну, вот такие вот дела. Просто я счастлив, что я работаю в этом прекрасном театре. Я желаю всем артистам здоровья, творческих успехов, благополучия, вот, достатка, что немаловажно для артиста. Это ну, хороший достаток, хорошая зарплата. Вот, вот бы хотелось, чтобы это все пересмотрели Министерство культуры Украины, чтобы артистов немножко подняли, как поднимают, допустим, медицинских работников, работников сферы, ну, других сфер, да, поднимают зарплату, чтобы подняли артистам, потому что артистам непросто сейчас выживать, особенно артисты, которые не сумчане, которые приехали из других городов, они снимают квартиры, платят большие деньги за квартиры, у них семьи, маленькие дети. По ползарплаты, в принципе, они платят. По ползарплаты они отдают. И ребята, ну, они любят свою профессию, поэтому они здесь. И это просто, это прекрасно. Вот это патриотизм уже. Почему и говорят, что, в принципе, на службу в театр, а не на работу. Да, да, да. Да. Владимир Григорович, а от які, в принципі, вам твори більше виконувати до душі? Патріотичні, естрадні, там, романси, народні? От до яких більше лежить душа? Ви знаєте, от, якщо хороша музика, та музика практично вона завжди хороша, просто вона хорошо ту музику розуміти і виконувати. Мені все приємно петь патріотичні воєнні пісні, естрадні лірічні произведення, класику романси, класику арії. Це все великолепно. Артист має бути всесторонньо розвит. Тобто вокаліст має петь все. Якщо він поє все, кажуть, от, есть эстрадное пение, есть там пение народное, есть пение там академическое, ничего подобного. Вот я считаю, что пение должно быть всегда академическим пением, то есть правильный вокал, правильная подача голоса. Если это отсутствует, это плохо. Знаете, давайте вот с вами раскроем трошки такую таємницю. Як ви працюєте над піснею? Тому що переважна більшість, я впевнений, що думають, робота над твором музичним – це вивчив слова пісні і все. І ні про які там інтонаційні, смислові і т.д. і т.п. акценти мова не йде. От як працюють над цим твором? Ну, Олександр Олександрович, я вам ще скажу вам друге. Значить, щоб донести любое произведение на сцене, то ли это эстрадное, то ли это классику, вот, надо много работать. Я, когда готовлю какое-то произведение, ну, я скажу так, не преувеличивая, это не менее 2 месяцев я выношу его, понимаете, как, ну, это должно родиться во мне. Почему? Потому что если произведение сырое, вот ты сегодня текст выучил, завтра ты музыку послушал, ты уже пойдешь на сцену для людей, это плохо. Песня будет мертвая. Ты не донесешь ее публике, публика не примет ее. Ты должен донести смысл текста, который в этой песне. Музыку публика слышит, люди в зале, которые присутствуют, приходят на концерт, они слышат сразу музыку. А вот текст донести – это главное. На прочувствовать все, передать это все людям. Тогда этот номер пойдет. Все артисты рассчитывают всегда на большие овации, аплодисменты. Я на это никогда не рассчитываю. Никогда. Это не главное. Главное донести, возможно, спеть песню, и аплодисментов будет совсем мало, но люди будут сидеть, и мне будут слезы на глазах от этой великолепной песни. В моих концертах я всегда начинаю песнями о маме.
И в этом концерте, который будет 18 января, где-то порядка 4-5 песен будет песни о маме. Вот я посвящаю моей покойной маме, светлая память, Царство Небесное, и всем мамам живущим я желаю крепчайшего здоровья, благополучия, счастья, чтобы дети любили их, пока мамы живы. Потому что, когда мам нету, мы становимся все сиротами. Поэтому вот такие вот дела. І таке ще одне запитання, дещо прозаїчне. Ну, в принципі, особисто я знаю про ту доплату за заслуженого артиста України, цей мізер, який йде. А от за заслуженого артиста Абхазської автономної республіки доплата вам йде? Сан Саныч, ну, какая доплата за звание заслуженный артист Украины? Вы как заслуженный журналист Украины, вы это прекрасно знаете. Какая? Там доплата 25%, у меня идет 25% от минимального прожиточного минимума для людей, которые уже не работают. Вот это все. Вот за Абхазию я ничего не получаю. Это просто, ну, когда-то это я получил, вернее, присвоили мне это звание, это в 1984 году. Ну, я не знаю, потому что, может быть, я участник боевых действий в Афганистане. Я там был дважды на войне. Мы ездили с ансамблем «Песни и пляски» Закавказского военного округа на гастроли по месяцу вот, в Афганистане. Поэтому, возможно, вот так решили. Хотя, я скажу правду, что два раза посылали в Тбилиси начальник ансамбля, художественный совет ансамбля в Тбилиси, посылали название «Служить из Грузии». Но там было отказано. Там, так сказать, что пускай сменит фамилию. Вот, чтобы там другое окончание было, не Матвиенко, Матвиашвили, Матвиизе. Я сказал, что нет, так дело не пойдет, дорогие. Вот, ну, два раза посылали, да, и это было отказано. Ну, а потом, значит, послали в Абхазию, а Абхазия более лояльно относится, тогда относилась. К окончанию УКО. Да, да, да. Да, вот, ну, к русскоязычным, вот, к украинцам и так далее. Все. И поэтому, значит, было присвоено мне указом президента Верховного Совета Абхазии, подписал председатель президента Верховного Совета Абхазии квитание, мне было присвоено звание заслуженный артист Абхазии. Это 1984 год. Все говорят, в принципе, так оно и было, что во времена Советского Союза мы жили за железным занавесом. Ну да, действительно, было выехать даже в соцстрану очень тяжело. Тем не менее, вы благодаря тому, что служили в ансамбле, вы, во-первых, все социалистические республики объехали, и даже гастроли по Австралии были, что тогда, в принципе, это невиданно. Вы как-то видели, что... То есть ощущали, вот, что есть какой-то железный занавес, что люди живут иначе, что мы тоже должны жить иначе? Да, конечно, это не ощущалось, это просто так оно и было, потому что, чтобы выехать артисту работать где-то хотя бы на гастроли в какую-то капиталистическую страну, это было очень сложно. Вот, и когда мы поехали ансамблем «Песни и пляски» Закавказского военного округа в Австралию на гастроли на 2 месяца, это было что-то, конечно. Люди, которые не были ни разу за границей, для них это было диво. Но, а я как приехал в Тбилиси в 1978 году, вот, а в 1979 мы поехали в Австралию, для меня было не очень, конечно, это дивно, как живут капиталисты. Вот. Ну, все равно я был очень удивлен, потому что уровень жизни очень величайший. Очень величайший. Вот, и мы так пролетом были в Сингапуре. Вот, даже у меня глаза разбегались во все стороны, потому что это был уровень, я представляю, что там сейчас творится, и в Австралии, и в Сингапуре, и там в Карачи, в Куала-Лумпуре. Высокий уровень жизни, что и говорить. Вот хотелось бы, чтобы мы тоже так жили. Вот хотелось бы, очень хотелось, чтобы люди по-настоящему вот, не бедствовали, а получали достойные зарплаты, чтобы все было доступно, чтобы люди потом, выйдя на пенсию, извините, не горбатились где-то, уборщицами, сторожами, а чтобы они путешествовали по миру. Это было прекрасно, конечно. Спасибо. И как бы в завершение нашего с вами разговора хочу запитати от секрет от Леоніда Матвієнка, секрет здоров'я. Я знаю, що в наступному році у вас ювілей 70-річчя, але от сижу, дивлюсь на вас і чесно, не вірю. Секрет здоров'я і успіху от Леоніда Матвієнка. Ну, Сан Саныч, я скажу другое. Значит, когда был еще я мальчишкой юным, я занимался спортивной гимнастикой. Ну, занимался для себя просто.
Вот. Ну, возможно, это. Возможно, эта армия меня подтянула. Я все-таки отработал в 4 военных коллективах. Я вам скажу быстро. Значит, это ансамбль песни и пляски 2-й танковой армии. Это из 69 по 78 год. Потом ансамбль песни и пляски «Краснознамена за Кавказскую войну», город Тбилиси, 78 по 78 год. Потом ансамбль песни и пляски «Центральная группа войск Чехословакии» с 88 по 90-й год, с 90 по 94-й год ансамбль песни и пляски «Западной группы войск» – это Германия. Вот, возможно, это военные коллективы, они подтягивают вот, ну, всех артистов. Да что, зарядка, кроссы тоже вот, есть. Вот, вы знаете, я не делаю ничего, никаких зарядок, ни кроссов. Но как-то мне, видно, сохранилось то, что я занимался гимнастикой. Вот, и она подтягивает. Я скажу честно, вот лентяй не занимаюсь. Гимнастикой, а надо бы, а надо бы. Спасибо. Мы желаем вам здоровья, успехов. И с нетерпением ждем вашего концерта. Спасибо, Александр Александрович. Я буду очень рад, когда придут люди на мой концерт. Я думаю, что они получат хорошее такое наслаждение от прекрасной музыки. Вот не будет никаких таких попсовых, будет очень серьезное произведение. Скажу правду, что для меня это самый серьезный концерт. Хочу еще сказать, я не знаю, для меня всегда концерт как последний. Поэтому я буду стараться, чтобы это было достойно. Вот я буду благодарен, если люди придут на этот концерт. И буду счастлив. Спасибо большое. Ждем.